Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, разработчики выложили на продажу новый набор. В состав набора входит 3 песочных танка 2 уровня, и скорее всего данный набор будет рассматриваться многими из вас, именно как возможность задонатить в игру, и сейчас будем разбираться, что вы получите и сколько голды можно, как говорится, поиметь. Ну а если вас интересуют сами машины, то поверьте мне на слово, пока вы сейчас смотрите данное видео, я уже работаю над обзорами на данные машинки, поэтому, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход этих видео, ну и многих других. И мой канал посвящен не только обзорам танков, и я не учу никого играть, и у меня уже порядка 1500 видео, которые явно вас заинтересуют, в плейлистах, в которых разберется даже ребенок. Это единственный систематизированный канал на YouTube, который посвящен World of Tanks Blitz. Итак, ребят, в состав набора за $4 входит 3 машинки на любителя коллекционок, вот не более того. Есть, ребят, американский контейнер, но особо сильно не обольщайтесь, потому что чего-то годного оттуда навряд ли упадет, потому что шансы выпадения 0,5%, ну и как бы навряд ли что-то действительно посыпется отсюда годное. Хотя, кто его знает, чем черт не шутит. Ну а что касается того, что скорее всего вам действительно выпадет, так скорее всего выпадут сертификаты по 200 свободки, ну и каких-то бустеров там насыпят. Но в любом случае, что есть, то есть, и шанс всегда присутствует. Есть 3 камуфляжика на любителя, да и честно говоря, поскольку сами машины на любителя, то и камуфляжи особо чем-то не отличаются. Хотя, если данные камуфляжики у вас есть, то вы получите компенсацию в голде за каждый из них, по-моему, по 90. Это мы сейчас перепроверим. И, соответственно, 3 слота в ангаре, ну и открытое все оборудование. Хотя, честно говоря, на втором левеле открытое все оборудование, это даже смеху подобно, потому что, в принципе, даже если бы не положили, и вы покупаете данные машины ради того, чтобы их катать, я уж уверен в том, что 15 тысяч серебра приблизительно у вас найдется на то, чтобы поставить все оборудование по данным машинам. Что касается того, что вы можете получить, за вот этого вот товарища Т1Е6 вы получаете 750 голды, если его продаете или если он у вас уже есть в ангаре. За вот этих двух товарищей вы получаете по 650. Таким образом, получается, что чистоганов за $4 вы получаете 2050 золот. Плюс к тому вы получаете 3 слота в ангаре. Если вы относитесь к тем, кто считает, что сэкономленный миллион это заработанный миллион, то, соответственно, 750 золота вы еще сэкономите, не покупая себе слоты в ангаре. Вот такое вот предложение. Если вас интересуют обзоры на данные машины, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я жду вас в гости и всегда вам рад. Спасибо вам большое за подписочку и за поддержку, таким образом, развития моего канала. Поверьте, подпишитесь, вы не пожалеете. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока! Ой, да, друзья мои, забыл сказать, пообещал сказать, сколько будет компенсации за камуфляжики, если они у вас есть. Компенсация, ребят, 90 золотых монеточек за каждый камуфляжик. Вот теперь точно у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока!